Десятки посчитаны. Дальше кассир их обандероливает. То есть часть денег перематывает лентой. В кассовом зале отделения Нацбанка Хакасии счетно-сортировочная машина помогает не только пересчитывать купюры, но и отсортировывать сомнительные банкноты. Производительность такого аппарата – 10 купюр за одну секунду. Еще одна машина в помощь кассирам – монета счетная. Она после пересчета упаковывает металлические деньги в мешочек. За одну минуту аппарат пропускает через себя до 3000 монет. Еще здесь можно будет самому попробовать упаковать свои деньги. Вообще же в распоряжении сотрудников банка много техники, упрощающей пересчет и упаковку денег. Обо всех машинах экскурсоводы расскажут в субботу. Помимо знакомства с банковским оборудованием, здесь можно будет сфотографироваться с 10 миллионами рублей. Конечно, это муляж, но их вес абсолютно идентичен настоящим купюрам. 2 килограмма. Когда еще выдастся такая возможность подержать в руках такую сумму денег? Есть одно «но». Прежде чем попасть в кассовый зал, нужно пройти контроль и предварительно записаться. Хотя бы за день. По телефону 29 20 81. И главное, не забыть с собой паспорт. Иначе не попадете. Будет и площадка, где не потребуются документы. В холле здания можно будет узнать о защитных признаках купюр, сфотографироваться в форме сотрудника банка 30-х годов, а еще узнать об истории счетной техники. Будут музейные экспонаты. И это не последняя площадка. В парке «Орленок». Там вы сможете побеседовать с экспертами нашего отделения, а также повысить свою финансовую грамотность. Другая площадка будет в зоне отдыха, там пройдет велоквест. Нужно будет собрать банкноту, проезжая определенный маршрут на велосипеде. Ну а для любителей техники и вообще всех желающих на парковке у здания банка можно изучить устройство инкассаторских машин. Стартует день открытых дверей с 10 утра. Артем Михалков, Наталья Курцева, новости, 7-й телеканал.